Ты Алтидор и Юрген Клинсман. Юрген Клинсман прекрасно понимает, что это может означать. Рывок нападающего. И дальше это телодвижение может означать надрыв мышцы и вынужденную замену. Как сегодня неловко и необязательную совершенно травму, очень обидную, получил Коэн Трау в составе сборной Португалии. И вот вторая подобная ситуация за один игровой день. Очень, конечно же, обидная. Но в запасе у сборной США есть нападающие. Естественно, 23 человека. В заявке еще бы им там не быть. В частности, Вандаловски. И еще раз. Да, на ровном месте буквально. Никакой кочки, никакой ямы. Получает травму Джози Алтидор, который только что буквально мог забить второй мяч в ворота сборной Ган. Кажется, Юрген Клинсман вынужден будет провести сейчас замену. Юрген Клинсман...